Всем привет. Сегодня будем запускать халву на андроиде. Вот я халву захотел. Сначала качаем халву. Теперь по-быстрому. Есть XH 3D, это аналог Goldsurps. Все ничего, но если мы зайдем на GitHub и увидим, что он есть и для андроида, качаем его. Заходим в загрузки и ставим XH. Теперь извлекаем архив в удобный парк. Я извлеку в загрузки. XH можно так же, как я, на карту памяти. Пока запускаю, расскажу, как мучился. Сначала при запуске на XH русской версии стала английской. Я заменил отдельный папку с русскими ресурсами в английский. Но меню осталось на английском. Я думал, что это сам движок такое меню сделал, но потом я вспомнил, как я впервые устанавливал халву. Сначала я установил английскую версию, которая похожа на контура CRU 1.6. Потом, когда я решил скачать русский, я скачал и охренел. В ней была заставка плюс меню с анимациями, правда были проблемы с кодировкой. Когда я ее запустил на XH, там было меню на русском без багов кодировки. Я методом перебора позаменил пар. Оказалось, что это Valve, GF, Shell. Я охренел, когда увидел, что текст был в BMP картин. У меня все еще вопрос, как тогда были проблемы с кодировкой. Кстати, заодно я из заставки скопировал в новую версию. Причем в заставке проигрывались оригинальные файлы из моих